Ну что? Да, дорогие друзья, новости прошли, и Марина поет детские песенки, потому что завтра день защиты детей, и, наверное, ты мне намекаешь на то, что пришло время музыкальной паузы. Пришло время музыкальной паузы, да, Марина? Да, сегодня выпуск весь мы говорим о детях, конечно же, нужно дать им слово, они у нас сейчас в студии, просто они такие маленькие, их не видно. Да, потому что у нас в студии группа Aliens Group, руководитель Елена Коробешкина, мы их рады приветствовать. Девчоночки, привет! Доброе утро! Вот они, вот они. Вот они, такие крохотулечки. Скажите, у вас уже начались каникулы? Да. Вы уже отдыхаете? Да. Спроси. Как вы лето проводите? Идеально. Идеально и хорошо. А вот чтобы лето было хорошим, вот для всех наших зрителей, сегодня нужно подарить замечательную песню. У вас есть замечательная песня? Да. Про лето? Да. Ну тогда вы нам ее подарите? Да. А потом мы вам зададим еще парочку вопросов. Договорились? Да. Все, давайте дарить нам песню. Aliens Group у нас в студии, как всегда, дарят нам замечательные песни. Это группа сегодня Капучино. Они готовы нас порадовать летним замечательным настроением. Поехали? Давайте. Девчушки, вы такие молодцы. Браво, вот браво, оно, браво. Привет, лето, лето к нам пришло. И вот вы нам подарили вот этот замечательный позитив. Группа Капучино, художественный руководитель Елена Коробешкина. Браво. Девчонки, а вот скажите. Как часто вы эту песню поете? Сегодня первый раз? Да. Или вы уже пели эту песню? Нет, премьера на телеканале ОТВ только что была. А скажите, что вы ждете от лета? Вот что вы запланировали на это лето сделать такого, чтобы вот прям вообще... В деревню с ночевкой ехать. В деревню с ночевкой? С ночевкой? В Турцию. Кто в деревню с ночевкой? Скажи. А ты куда? Я поеду выступать в Новосибирск. В Сибирь, я туда родом. А я в школьном лагере буду.
Вот видите, друзья, молодцы. Какое замечательное лето ждет наших юных участниц группы «Капучино» сегодня с нами. Спасибо за то, поздравляем вас с началом каникул. Да, ну а мы продолжаем. Мамы и папы, и бабушки, и дедушки, все стараются заботиться о своих детях, ведь они пока не могут отвечать за свои поступки. Но, дети, я имею в виду, да, не бабушки, ну, и дедушки. Конечно, но смотря именно на взрослых, дети копируют их действия и тоже проявляют заботу. Вот о ком же заботятся самые юные ведущие рубрики «Дети говорят» узнаем прямо сейчас в следующей рубрике. Пожалуйста.